И веков люди пытались создать искусственную жизнь. И вот, наконец, это свершилось. Был создан первый механический человек, наделенный полноценным разумом. Но радость Творца была недолгой. Механическое чудовище обратилось против того, кто его создал, но не ограничилось лишь одной жертвой. И рядом не оказалось никого, кто смог бы его остановить. Я получил письмо от моего старого друга Моргана. Он пишет, что мои навыки и знания незаменимы в эксперименте, который он сейчас проводит, и просит меня присоединиться к его команде. Есть возможность опробовать мои теории на практике. Даже не проси открыть дверь. На нас напали. Жуткое чудовище ворвалось внутрь, круша все на своем пути. Оно практически разорвало поезд на куски. Или ты думаешь, я просто так тут заперся? Мое имя Геневи Олай. Я летописец Ист Эддингтона. Мой брат пропал, и я слышал, что он может быть в Уцвике. Поэтому я здесь. Все в моем городе его знают. Мой брат на него работал. Но я не видел их обоих уже очень давно. На нас напали. Жуткое чудовище ворвалось внутрь, круша все на своем пути. Оно практически разорвало поезд на куски. Или ты думаешь, я просто так тут заперся? Я не выйду из этого благословенного купе, пока не буду уверен, что снаружи не встречу свою смерть.
Я не выйду из этого благословенного купе, пока не буду уверен, что снаружи не встречу свою... Я не выйду из этого благословенного купе, пока не буду уверен, что снаружи не встречу свою смерть. На нас напали. Жуткое чудовище ворвалось внутрь, круша все на своем... Ладно, думаю, тебе можно верить. Кроме того, я устал здесь сидеть, и это не приближает меня к брату.
Никогда еще не было в моей жизни такого соблазна просто развернуться и уйти. Но Морган выручал меня сотни раз. Думаю, я просто не могу его подвести. К тому же я ученый. Мне не к лицу пугаться каких-то чудовищ. Огоньку не найдется. Стой! Этот квартал — опасная зона! Thank you.
Мы его почти взяли! Спасибо. А то, понимаешь, спички в казарме забыл. Вот, держи. На удачу.
может быть, они все-таки закончили Голема. Если наши отношения действительно что-то для тебя значат, то ты придешь ко мне и признаешь свои ошибки.